маленьком городе Бобруйске мечтал перебраться в город Минск. Мне казалось, большие возможности. В принципе, я здесь много всего, всему добился в городе Минск. Как говорится, и семью обрел, и детей обрел, друзей близких обрел. Хочется, чтобы все это сохранилось, у всех осталось крепкое здоровье, никто не болел. Всем мира, добра, любите своих родных, близких в то время, когда это время есть, чтобы потом не жалеть об упущенном, утраченном времени. Задача показать хороший бой, и, конечно, здесь надо выиграть. Если раньше там без травм, без ничего, то здесь все на вопросы надо выиграть. Заряжен на 100%. Все говорят, что у меня улыбка красивая, поэтому запомните меня с улыбкой. Ladies and gentlemen, ACA League presents you next bout. 3 5-minute round. Featherweight division. And first, coming to the blue corner from Brazil, попросвищу палач, Элиспар Лима да Силва! На очереди полулегкая весовая категория. Бразильско-грузинское противостояние. Леван Макашвили против Элисмара Лимы. Так, Элисмар Лима да Силва, если быть точно на наших экранах, 32-летний боец из бразильской Гаяни по прозвищу Палач. Представляет Элисмар команду Unau Gold Team. Лима больше тяготеет к ударному стилю ведения боя. И 13 побед нокаутом, ярко этому подтверждение. Всего же выступает Лима уже 9-й год. И просто не хватит никакого эфирного времени перечислять все промоушены, где он дрался. Можно сказать одно, в самых крутых он не засветился. А опыт поединков в Шуту Бразил, например, удачным не назовешь. Однако есть один успешный бой в Джангл Файт. Дерется этот парень очень часто. 5 боев в 2019-м. В прошлом году Элисмар умудрился выступить дважды. И даже в этом уже есть бой. 20 февраля Лима выиграл техническим нокаутом у Виктора Колесника на турнире UFC 2. Сегодня Элисмар дебютирует в ACA и сейчас идет на впечатляющей серии из 6 побед. Всего же 23 победы, 7 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся, 13 побед нокаутом и 4 победы приемами. Довольно лиричный выход у Элисмара Лимы. Welcome to the red corner from Georgia, Грузия. По прозвищу Шершень, Лифа Макашвили. Иван Макашвили на ваших экранах, еще один представитель Грузии. Полулегковес из Гори. С гордостью поднимает флаг над своей головой. Очень рад он тому, что смог вернуться в клетку
Хотя последние несколько поединков, ну, нет серьезной стабильности, если быть честным до конца. В последних четырех поединках два поражения и две победы соответственно. Но то, как он рубится, с каким желанием, энергией, страстью он это делает, это вызывает очень большой болельщицкий отклик. Совершенно в сердцах разных людей, разных национальностей. То, как он подготовлен, то, как он всесторонне развит, привлекает внимание. Большое выступление за океаном. Там показывал себя, проявил. И вообще первое поражение спустя 3 года после начала своей профессиональной карьеры он получил. В 2011 начал, в 2014 проиграл впервые. Уступал он как Рану Диосу, тоже бойцу Лиги ЕСЕ в 2015. Проигрывал Магомед Расулу Хасбулаеву, одолел Романа Тыка. И проиграл Аурелю Пиртеа раздельным решением в очень-очень напряженном поединке, который состоялся на ACA-114. Досрочных побед 8, 7 нокаутов и 1 сабмишн. Под казбекский танец выходит, или казбекури, если мне не изменяет память. Именно так называется эта музыкальная композиция, которая, конечно, пробуждает те самые нотки в сердцах грузин, которые необходимы, чтобы показывать яркое выступление, и поднимается Ливан Макашвили. И все больше рассеянности у него на голове. И вокруг челюсти, кстати говоря. Слово Александру Загорскому. Introducing to first fighting out of the blue corner. He's 32 years old, standing 170 centimeters tall, official weight 65.7 kilos. As a striker with professional record, 23 victories, 7 defeats, and 1 draw. Ladies and gentlemen, representing Guyana, Goiás, Brazil, he is Erismar Carrasco Lima da Silva. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. He's 32 years old, standing 172 centimeters tall. Official weight 66.25 kilos. And the wrestler with professional record, 17 victories, 4 losses and 1 draw. Ladies and gentlemen, representing Corey, Georgia, here is Levan the Cornet Makashvili. Your referee in charge, Maxim Protasev. Лисмар Сильва и Ливан Макашвили. Статистика на ваших экранах. Вполне сопоставимые антропометрические показатели у этих спортсменов. И Ливан традиционно сразу начинает идти вперед. И проход в ноги. Вот так вот ставка на борьбу в самом начале от Ливана Макашвили. Боковой контроль. Как деловито начал этот бой Макашвили. Да, последний раз я это видел в бою Черси Дудаева и Виталия Слепенко, когда сразу же с самого начала случился тейкдаун. И что-то подобное происходит здесь. Да, максимально уверен Ливан. Ну и пока не наблюдается паники в действиях и Элисмара Лимы. Хотя, безусловно, не такого начала он ожидал. Борьба за позицию, пытается отжать голову от себя Макашвили. Находится в боковом контроле, но не совсем он полноценный, потому как захвачена шея. И посмотрите, как ухватывается за бедро Сила для того, чтобы не имел возможности Макашвили дальше продвигаться. И вот здесь как раз возможен заход, если вторую ногу поднимет на тот самый баньячок, о котором мы с вами в подкасте рассуждали, Роман. Совершенно верно. И пытается, похоже, это сделать Элисмар Лима. Отключить руку, засунуть ее под ногу для того, чтобы был болевой прием. Ну и Макашвили верно понял угрозу, не стал проходить дальше на ручной треугольник. И здесь не хватит контроля, безусловно, бразильцу. Да, вот так я говорил много о Лиме, что он предпочитает рубиться. И не особенно феерит, скажем так, в борьбе. Но здесь он действительно угрожал неплохо. Вот теперь окончательно перебрался в боковой контроль. Подкручивается там и теперь в диагональном располагается и закрытый гард соответствия. А Ливан Макашвили также все-таки записной рубака. 7 побед нокаутом и только 1 победа приемом. А сегодня он решил бороться. Причем с самого начала, с первых секунд.
Гард закрыт по-прежнему. Минимизирует ущерб бразилец. Наотмашь бьет Лима, локтем продолжает нагружать периодически голову Макашвили. В более затяжную стадию вообще в целом перешел поединок. Пытается пробивать Макашвили и с правой, переводом на корпус и на голову. Здесь то же самое с левой стороны. Перевалили мы за середину первого раунда тем временем. По корпусу атакует, аккуратно и не очень сильно. Леван Макашвили поднимается на ноги. Хорошо прихватывает голову вместе с руками, вставляет колено. И разрыв дистанции. Поджимает Макашвили, джеб от Лимы. Достает уже своим джебом Макашвили. Да, жестко его так вставляет. Здесь вроде бы ныряет в проход, но и несколько ударов попытался провести по голове. Внутренний лоу. Под вертушку вроде бы подходит сейчас Леван Макашвили. Так хорошо довернул корпус. Осторожный лоу-кик и мало пространства за спиной бразильца. Леван поддавливает, рвет дистанцию, проход по две ноги будет выдергивать. Хороший шанс для слэма. Да, тейкдаун оформлен, но задержаться в борьбе пока не удается. На ноги поднимается Элисмар. Да, руки на канвасе, коленом здесь бить нельзя. Пытается стащить дальше уже Леван. И тратит силы Макашвили. Вкладывает корпус. Оригинальное решение Ливана в этом поединке. Несколько хороших ударов с правой. Нет, свалить не удается. И вновь большое расстояние между бойцами. Пошел вперед с ударами. Последний, наверное, более-менее получился акцентированным у Элисмара. И легко как удается тейкдаун. 3-0 в этом компоненте в пользу грузинского спортсмена. Да, условный технарь пока записываем по тейкдаунам Лиме, потому как очень хорошо проходит, удается вообще в целом у Макашвили этот элемент. Гард закрыт. Последние секунды. Ну что ж, Ливан забирает этот раунд, забирает его в борьбе. Здорово отвечает при этом оппонент. И хорошенечко таким камерфистом плотным на ваших экранах Алексей Яценко. Президент Лиги ЕСЕИ. Пауза. Естественно, пора восстанавливаться спортсменам. Стоит на ногах причем, как вы видите, бразильский спортсмен. А вот над Ливаном активно колдуют. И напоминаем вам, что действительно существует подкаст Лиги ЕСЕИ, который мы ведем вместе с Романом. И там мы подводим итоги прошедших турниров, анонсируем ключевые события, да и не только ключевые, почти все события турниров ближайших. А сразу напоминаю, что следующий турнир Лиги ЕСЕИ пройдет 28 мая в Москве, не пропустите. Берем также эксклюзивные интервью у бойцов. В общем, много-много чего интересного. Присоединяйтесь. ВКонтакте нас легко найти. Очень-очень заряженно выглядит Макашвили. Сразу же бежит вперед. Подавливает. И как здорово с левой попадает в силу. А посмотрите, как будто серьезной агрессии целую банку он выпил и стал назад отходить Макашвили. Да, и похоже, что Ливан действительно опасается Элисмара в стойке. Кто бы мог подумать, Ливан, который вообще мало кого опасался в карьере в стойке. Но опять же, и вес полулегкий, был период, когда в легчайшей весовой категории выступал Ливан Макашвили. И здесь проход, по две ноги есть замок, будет тейкдаун, скорее всего, да. Амплитудно, мощно добивает свой, забирает спину, но ноги не заправил и тут же встает бразилец. Да, мгновенно избавился от этой чудовищной для себя ситуации Элисмар. И частенько мы видели вот подобную ситуацию, когда вот так нависает Ливан Макашвили всем весом.
заставляет и, по крайней мере, пытается заставить упасть своего оппонента, но тот стоит, уперся ногами возле сетки. Еще попытка стащить. Здесь вроде бы едва-едва не заправил один крючок. Здорово. Корпусом владеет Макашвили. Добавляет по корпусу. И опять же много сил тратит грузинский боец. Да, любопытно, как он будет себя чувствовать далее в этом раунде, третьем. Плотно по корпусу. Разворачивает его все-таки Лисмар лицом. И разрыв. Не удается удерживать максимально долго Лисмара Лиму. Еще один тейкдаун. Пустили Брока Леснера. Просто снес. А сейчас Макашвили оппонента. Замок по две ноги. Здорово отключил. Очень своевременно. И вот здесь, если удастся все-таки получить люфт своеобразный, нет, уже подобное тоже мы видели. Прихватывает вот так шею сверху Лисмар, не давая возможности полноценно забраться в боковой контроль. Сцепляет ее вместе с ногой. А, получается, с тейкдаунами никаких проблем у Ливана нет. А вот с контролем последующим эпизодически возникает. Здесь смотрим за работой ног, причем как того, так и другого. Нет, гард не закрывается пока. Попытка забраться была, за левую ногу зайти, здесь закрыт. Замкнул на ногах, здесь справа хорошо попал Макашвили. А тем временем середина боя уже позади. Здорово, плотно туда за руку заводит. Закрывает замок. В целом бразилец комфортно себя чувствует, находясь спиной к настилу. Ничего критичного он пока не пропустил. Но он проигрывает вслед за первым раундом и второй отрезок. Да, Макашвили перевел. Макашвили работает из этого положения. Да, вот сейчас несколько ударов, как раз, под мои слова, получил по корпусу. Но они, опять же, теряются на общем фоне, потому что гораздо больше полезных действий мы видим от Ливана. Одна нога находится под как раз Ливаном у Элисмара. Пытается за счет этого он как раз скинуть. Но нет, вновь. Наверх. Бьет Макашвили по корпусу на голову. Причем и справа, и слева старается атаковать. И постепенно подбирается к тому, чтобы все-таки отключить руку сопернику. Но нет, оборонительные редуты крепки у Элисмара Лимы. Ну и терпеливый достаточно парень, еще это тоже стоит констатировать. На 5 поражений решениями и 2 поражения после прямых попаданий у Элисмара Лимы ни разу приемом не проигрывал. Еще одна атака. Ничего нового не придумает Ливан Макашвили, да и незачем. Этот раунд он также уверенно забирает. Да, у меня тоже нет сомнений на этот счет. Выполняет ту работу, которая позволяет Максиму Протасову не поднимать этих спортсменов в стойку. Пробивает по голове. Сейчас, кстати, еще более акцентированно стал это делать Ливан. Не на статистику больше, а действительно на поражение. И надоело, посмотрите. Макашвили поднялся и тут же втыкает очень жесткий джеб. Да, возможно, ведут по времени Ливана. И что он нам сейчас покажет до сирены? Успеет ли еще что-нибудь сделать? Пока идет вперед бразилец. Размахался ногами Элисмар. Не совсем точно. И все, перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok.
Закрывается калитка, и Максим Протасов разрешает встречи продолжиться. Ливан Макашвили против Элисмара Лимы. Смотрим, жестко начинает атаковать бразилец уже на старте. Ему нужно реваншироваться. Скорее всего, он понимает, что первые 10 минут забрал Ливан. Дергает Макашвили, при этом отступает назад, двигаясь по окружности. Здорово, опять слева попадает. Макашвили начинает застаиваться, но работает корпусом. Движение назад, держит тейкдаун. Да, конечно, очень просится этот элемент. Я думаю, что он будет искать эпизод, когда нырнуть под руку. Когда чуть более активно на руках станет именно работать. Бразилец. Посмотрите, как деловито идет вперед Лима. Да, видим мы реинкарнацию этого спортсмена в третьем промежутке. У-у-у, очень тяжелое попадание было. Ну и левым боковым также отметился Ливан. И здесь вновь здорово. Отличный левый прямой от Лимы. Финтит со стойками. Лоу-кик мимо. Сдвоенный джеб, но нет прохода от Макашвили. Очень опасная игра в кошки-мышки. Инициатива сейчас у бразильца. Опускает Ливан. Да, и вот только попытка сейчас случилась. Жестко опять зарубается Макашвили. Не прошел тейкдаун, а защищался хорошо. И как будто вот только сейчас начал свой бой бразилец. Как будто только сейчас он вышел на него. Да, посмотрите, с какой легкостью он выбрасывает удары ногами в первую очередь. И опять же может встретить здорово коленом навстречу. Ищет свой джеб Ливан. Поддавливает Элисмар. Здесь махнул оверхенда, попал в плечо. Четверенный джеб, так это назовем. Да, зафехтовал там серьезным образом Ливан. Здесь в челюсть попал, да, совершенно верно. И активизировался опять бразилец. Поджал вроде бы к сетке, но выходит из-под этого давления Ливан Макашвили. Да, вот и начинается тот поединок, к которому мы привыкли в исполнении Ливана. Но здесь бразилец очень напорист. На каждый удар Лимы Ливан старается ответить длинной, затяжной, многоударной комбинацией. Правда, бьет уже больше по площадям. Хайки. Четко. Опять приходится постоянно передвигаться. И здесь очень жестко в челюсть попадает. Да, движение жизни. Совершенно точно это сейчас применимо к Макашвили. На руках хорош Ливан. Вот! Да! Есть попытка тейкдауна, которая, в принципе, заканчивается переводом и укладывает на канвас сейчас бразильца. И очень-очень недовольно покачивает головой. Элисмар явно ему это не получает. Почти 3 минуты искал этот момент Макашвили. И сейчас важно не останавливаться. Лима будет рисковать, будет отдавать спину. Это шанс для нанесения удара. Или, например, забраться за спину и задушить. Еще опции есть в арсенале у Ливана Макашвили, но посмотрите, как поднимается из этих положений бразилец. Колено по корпусу можно, голову нельзя, напоминаю, из этого положения, и у Макашвили это получается. Опять же, очень плотно за корпус, есть захват. По две ноги, будет выдергивать. Есть. Здорово, амплитудно в очередной раз Ливан Макашвили усаживает или укладывает даже уже своего оппонента. Тот отвечает локтями. Скорее всего, еще при подготовке к этому поединку Макашвили понял, что есть у него преимущество в борьбе. Здесь заходит через руку. Ага. Хорошо держит свою позицию сейчас. Ливан не отдает. Еще минута. Попадает справа, в челюсть, еще несколько раз. Идет захват вместе с рукой, но, конечно, здесь далековато было. Удушение через руку. Безостановочно работают секунданты Элисмара Лимы, ведут его по времени, пытаются его как-то замотивировать, но попробуй встать. Жестко в голову пробивает несколько раз по Элисмару да Сильве. Бразилец терпелив. Лима вновь встает. Держится откровенно за сетку. Протасов бьет ему по рукам. Не сильно, но так, чтобы обозначить нарушение. Сушит бедро Ливан Макашвили. Здорово. Развернулся Лима. Есть еще возможность. Есть буквально 10 секунд для того, чтобы сделать
руками. Чудо для себя и своих болельщиков, но показывают из угла Макашвили, чтобы он не форсировал, не отрывался от своего оппонента. Иногда нужны и такие победы. Безусловно, Левон Макашвили сегодня сделал ставку на борьбу и не прогадал. Было очень опасно перестреливаться и вставать вот с таким Элисмаром Лимой. Но Левон справился. Ждем судейский вердикт. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. 30-27, 29-28, 29-28, 30-26 and 30-27. 30-27, 29-28, 29-28, 30-26 и 30-27. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал and your winner by unanimous decision, Левон the Hornet! Макашвили, Джорджия!